Тема нашей сегодняшней беседы – это предназначение человека, самореализация и то, что влияет на нее. Поэтому мы запишем для размышления несколько слов. Предназначение. Предопределение. Миссия. Смысл жизни. Цель. Ну вот несколько важных слов. Посмотрите, сами по себе эти слова по строению уже предполагают, что кем-то было назначено нам выполнить определенную миссию. Еще я не родилась, но уже кем-то было предначертано и предопределено некое шествие мое по жизни, которое будет для меня оптимальным, для меня наилучшим, для меня идеальным. И задача не в том, чтобы подстраиваться под кого-то другого, копировать, может быть, чьи-то привычки или манеры, или образ жизни. Конечно, мы должны учиться друг у друга чему-то, но главное все же заключается в том, чтобы найти именно свое самовыражение, свой путь, свою миссию и свою цель, потому что только в этом случае мы будем максимально эффективны. И большая часть людей не задумывается о том, в чем смысл их жизни. Что значит не задумывается? Я поясню. Мысли, которые у нас есть, можно разделить принципиально на два типа. Первый тип – это активная мысль, а второй тип – это пассивная. Когда человек едет на эскалаторе и так это между делом думает, вот в чем смысл моей жизни, зачем я живу. Ой, наверное, жизнь дана ради самой жизни. Это является типичным примером пассивного размышления. Можно иначе сказать, что пассивное размышление – это внутренний поток мыслей. Когда мы комментируем что-то для себя, внутренний поток мыслей касается того, что нужно купить к Новому году, как нужно тем или иным образом постирать вещи или пришить пуговицу, или комментарии к человеку, проходящему мимо нас. Идешь впереди, видишь, идет женщина как-нибудь, с нашей точки зрения, не так выглядящая, одетая, и нам весело. Какие-то возникают комментарии у кого-то вслух, у кого-то внутри себя. Вот я уже вижу понимающие улыбки на лицах. Но, тем не менее, это пассивный поток мыслей внутренних. Активное размышление обычно – это размышление с бумагой и карандашом в руках, когда человек сосредоточен на несколько минут, десятков минут, часов или дней подряд, думает над одним и тем же вопросом. Например, если в вашей жизни не было такого дня, когда вы заперлись от всех, отключили все источники связи, телефоны, погрузились в свои размышления и, обливаясь холодным или горячим потом, думали несколько часов кряду, в чем смысл моей жизни, в чем мое предназначение, для чего я живу, для чего я существую, в чем мой главный талант, то значит, вы никогда не думали об этом. То есть пассивные мысли на эту тему нельзя считать размышлениями о смысле жизни. И поскольку очень многие ученые, философы размышляли на эту тему, зачем живет человек, хотя бы в общефилософском смысле, мол, дескать, если они четкого ответа не дали, то чего уж мне размышлять, зачем мне думать на эту тему, все равно я ни к чему не приду. Но если вас сейчас спросить, что вы прочитали по поводу смысла жизни, каких таких философов, то вряд ли кто-то назовет хотя бы одну книжку. Отсюда опять вывод, что люди занимаются тем, что просто живут, просто прожигают свою жизнь, текут по течению, по инерции. Некоторые люди считают, что смысл жизни заключается в том, чтобы жить. Кто-то говорит в том, чтобы взять от жизни максимум удовольствия. Кто-то считает, что самое главное – это родить детей, оставить потомство, оставить кого-то, кто будет твоим продолжением на этой земле. Безусловно, предположим, рождение детей – это и воспитание детей. Это очень важная вещь. Но дело-то в том, что если ты не знаешь смысла жизни, и твои дети живут, не зная смысла жизни, зачем тогда их тоже рождать, чтобы они ели, спали, покупали, заканчивали школы, пусть даже с золотыми медалями, шли потом в вузы, тоже не знали, зачем они живут, рождали детей, которые не знают, зачем они живут. Как-то странно получается. Зачем им прививать какие-то ценности, если у жизни нет смысла? Если у моей собственной жизни, жизни моего существа нет смысла, то зачем тогда воспитывать и рождать детей? Это получается какие-то бесконечные мыльные пузыри. Так вот, у жизни есть смысл, понимаете? И некоторые говорят, жизнь дана нам ради самой жизни. Если смысл этого фломастера не в том, чтобы писать на доске,
А в самом фломастере, если смысл этих очков не в том, чтобы корректировать мое зрение, а в самих очках, если смысл этого кольца не в том, чтобы я носила его на руке, а в самом кольце, то тогда и смысл жизни в самой жизни очень логичен. Так вот, жизнь дана нам ради чего-то. Запишем себе это, что жизнь дана ради чего-то. И возникает вопрос, а, собственно, ради чего? Если бы она дана была ради самой жизни, она могла бы быть совершенно бесконечной. Мы не старели бы, мы бы не переживали по поводу того, что мы заболели или наша внешность испортилась. Чего же мы переживаем-то? А мы переживаем из-за того, что наш ресурс для каких-то свершений, он заканчивается. И мы запишем себе. Единственный невосполнимый ресурс – это время. Потому что если вы потеряли деньги, их можно снова заработать. Если у вас пострадало здоровье, можно лечиться, можно Богу молиться. Есть даже случаи исцеления от злокачественных новообразований. Все возможно, если человек имеет определенную веру. Я знаю, например, одну женщину, которая совершенно облысела на почве нервного стресса, и где она только не лечилась, она не могла восстановить волосяной покров на голове. У нее выпали даже брови и ресницы. Через несколько лет, когда она решила свои внутренние проблемы, у нее отросла прекрасная шевелюра. Это сейчас счастливый, цветущий, хорошо выглядящий человек. Что бы мы ни потеряли, все это возможно восстановить. И хотя говорят, старый друг лучше новых двух, тем не менее, даже если и друзья предают, существует такая вещь, как прощение, существует такая вещь, как принятие. В конце концов, вы не последний день на этой земле живете, наживете вы еще и друзей. Но если вы потеряли время, вы уже ничего этого сделать не сможете. Поэтому мы еще раз себе запишем, что время – это единственный невосполнимый ресурс. И наша задача – спешить. Спешить в том смысле слова, что, знаете, как говорят, сэкономленные деньги-заработанные деньги. Точно так же сэкономленное время – это время, которое мы у жизни отвоевали. Одна женщина, которая живет в четырехкомнатной квартире с несколькими детьми и мужем, сказала мне, что ее смысл жизни, ее цель, вернее, как она сформулировала, на ближайшие 5 лет, это продвижение по службе, где она вместо $700 начнет зарабатывать $2000 в месяц. И я спрашиваю, зачем вам это нужно? Она говорит, буду откладывать и куплю 5-комнатную квартиру. Я говорю, то есть фактически вы готовы 5 лет жизни положить на то, чтобы у вас появилась отдельная комната? Она подумала и говорит, да. Я посмотрела на аудиторию и спросила, а есть ли среди вас человек, который готов поменять свою 3-комнатную квартиру на 2-комнатную квартиру? И как в сказке, ради этого помолодеть на 5 лет. И мы запишем себе, что качество жизни, качество нашей жизни, это качество вопросов, которые мы себе задаем. Качество нашей жизни, это качество вопросов, которые мы себе задаем. И если я себе не задаю этих вопросов, а ради чего собственно, и не конкретизирую, то получается, что я прожигаю понапрасну свою драгоценную и единственную жизнь. И мы запишем себе пропавший потенциал. Я обозначаю его условно буковкой ПП. Буковками ПП. Пропадает он по 2 направлениям. Первое направление я условно называю прозябание, а в скобочках мы напишем ничего не делание. Это свойственно не только современной молодежи. А молодежь — это все, кто до 40. Это свойственно очень многим людям. Второе – это потери сил на определенные действия. И мы зададим себе вопрос, а куда, собственно, люди тратят силы? Вот куда силы уходят понапрасну? Силы не потрачены на те жизненные цели, которые я себе сформулировала. Например, тусовочный образ жизни. Есть такие люди, которые не пожалеют, вечер свой потратят с пустыми людьми, с баночкой пива, в пустых разговорах. Ладно, если еще им это удовольствие доставляет. А вот когда они знают, что, например, на утро предстоит какая-то важная задача, переговоры, какие-то дела, и они, тем не менее, изводят себя по ночам, позволяя вот таким вот бездарнейшим образом растрачивать свое здоровье себе, и забывают, что на утро будет головная боль. Будет плохое состояние, плохое настроение, неработоспособность. У некоторых это происходит от мягкотелости. Они просто не в состоянии отказать, сказать «нет». И мы запишем себе, что волшебное слово – это слово «нет», а не слово
пожалуйста. Умение отказывать людям – это очень важное умение. Нет, я не пойду с тобой туда, потому что мне неприятны эти люди. Нет, мы не будем здесь находиться, потому что... Нет, я не могу задержаться и остаться, потому что утром у меня важные дела. И так далее. Люди тратят свои силы на компьютерные игры. Я здесь пишу, персональный компьютер. Походы на порно-сайты. В общем, просиживание у голубого экрана. Голубой экран – это также и телевизор. Редкий человек в программе телевидения отмечает, что конкретно он будет смотреть в течение недели. Обычно обезьяна приходит домой, берет пульт и начинает ловлю программ, где чего увижу. Средний трудящийся за 70 лет жизни 10 лет проводит в пытке у телевизора. Зачем им нужны ботоксы, утяжки, подтяжки, там, золотое армирование и отсос целлюлита специальными шприцами? Вам нужно всего лишь отказаться от телевизора, и вы на 10 лет моложе. Если вы потратили 10 лет, за 70 лет, 10 лет жизни у телевизора, в пытке у телевизора. Видела как-то надпись на заборе, кто-то из подростков написал: «Убей себе телевизор». Это не значит, что не надо смотреть, надо просто быть очень избирательным. Куда еще тратят люди силы? На сплетни, разборки, скандалы. Знаете, есть очень удивительная разновидность людей, пиявки, энергетические вампиры, которым важно раз в недельку, а лучше два, ну или как минимум пару раз в месяц подключаться на разборки, на скандалы, на выяснение отношений. Им обязательно нужен адреналин. Конечно же, к вашим целям вас приблизят экстремальные удовольствия, экстремальные виды спорта. Прыжок с парашютом заменит вам два оргазма. И очень повезет, если вы не сломаете себе хребет, шею или ноги. К тому же, если прыгнуть с тарзанки, совсем не обязательно, что у вас порвется позвоночник, лопнет какой-нибудь сосуд, будет микроинсульт или микроинфаркт, или даже не микро. Может быть, вас пронесет. Вот с Еленой Анатольевной мы на одной лыжной базе отдыхали с приятелями, и как-то вот, знаете, вот специально так получилось, что задержались, вот уже хотели уезжать, нет, вот что-то как будто держит до самой ночи. И там был один бизнесмен, не совсем трезвый, который в горных лыжах, в пластмассовых ботинках, все как положено, с крутой отвесной горы спускался вниз. И вы знаете, лыжи воткнулись в трамплин. По идее, у него были не дешевые ботинки, они должны были расстегнуться, замки, чтобы он вылетел из этих лыж, но они почему-то не расстегнулись. Одна расстегнулась, вторая нет, и нога у него отломилась прямо по ходу этого ботинка, и кости торчали в открытую рану. Когда его притащили наверх, нога разбухла и отекла до такой степени, что ее почти невозможно было из ботинка достать, зубами доставали. Тут все тебе до кучи, аптечки не оказалось поблизости, сотовая связь ловила плохо, обычного телефона не было, и пошло. Но это не самое страшное. Просто ты задаешь себе вопрос, ради чего? Запишем себе, что задача наша не в том, чтобы себя сохранить, а в том, чтобы себя грамотно истратить. Есть ситуации, в которых ты волей-неволей расходуешь свой сердечный потенциал, свои, может быть, физические и душевные силы, время свое тратишь, финансы, но там, где это оправдано, целесообразно и продумано, когда же человек бездумно лезет на рожон, просто ради того, чтобы испытать этот адреналин, у меня возникает подозрение, что человек этот на самом деле не имеет жизненных целей и не имеет такого образа жизни, в котором он преодолевает препятствия в реальности. То есть, когда талантливый, одаренный, способный, здоровый, умный человек не имеет достаточно адреналина в преодолении препятствий, страхов и прочих проблем в жизни, то ему остается сливать этот адреналин в экстремальных видах спорта. Опять же, нет правил без исключений. Бывает так, что человек настолько тяжело устает в работе, что ему нужен какой-то выброс и адреналин. Понятно, что везде есть оговорки, но, к сожалению, большая часть населения тратит свой потенциал в течение дня совершенно неразумно. Если, например, прописать, что вы в течение вчерашнего дня сделали, хронометраж такой, выяснится, что 2 часа слонялись по квартире, 1 час возле зеркала провертелись, это не при сборах, а там что-нибудь себе там ковыряли, 30 минут вычесывали шарики на пузе у кота, потом ходили вокруг грязной посуды еще 40 минут, потом 1.5 часа висели на телефоне и не имели сил сказать «извини, там не могу уже», да? Это касается не всех, но многих. А между тем, каждый день добавляет нам еще морщин, еще целлюлитов, еще седины. Или, во всяком случае, никто из вас за последние несколько дней однозначно не помолодел.
Поэтому жалко, запишем себе, да, жаль должно быть каждой капли сил на все то, что не приближает меня к цели. На все то, что не является созидательным. Никто в 40 лет не будет себя так хорошо чувствовать, как в 30. Даже в 30 ты не выспавшийся, все же лучше и свежее, чем в 40 после отпуска. Не знаю, показывает мне. Я вам точно говорю, попробуйте сосчитать столбик, и вы убедитесь, что в 15 лет это было намного проще. А некоторые настолько затупели уже, что не могут даже вспомнить, как в столбик считать, и за машинку хватаются. То есть они реально не могут умножить 325 на 478. А если нужно еще умножить трехзначное число на четырехзначное, да еще там, если ноль существует в каком-нибудь из чисел, уже проблемы возникают. А это о чем нам говорить? О том, что надо поторапливаться и пошевеливаться. Вместо того, чтобы делать вот это все. Куда еще у людей силы пропадают? Подсказывайте мне. Куда люди тратят силы? Слоняние и шатание по магазинам. Уже клиники существуют в Европе, где лечат от магазина мани. Так вот, когда у человека есть внутренняя пустота, он компенсируется походом в магазин. Вроде как купил какую-то вещь, легче стало, но это иллюзия. А некоторые, которые уже серьезно заболели, они даже не распаковывают эти вещи. Они приходят домой, бросают и в состоянии усталости уже падают и ложатся спать. Куда еще тратят силы? Домашняя работа. Значит, запишем так себе. Чрезмерная забота о бытовухе. Когда у человека нет настоящих целей, чтобы себя чем-то занять, он начинает фанатично убирать, намывать полы два раза в день, чтобы все струночка по струночке было, платочек к платочку. Я говорю не о том, что должен быть беспорядок в шкафах, а о том, что когда мы будем умирать, никто не вспомнит, какие мы джинсы носили, что это была за вещь, вспомнит что-то другое, если вспомнит, конечно. И мы запишем себе вот здесь вопрос, каковы основные статьи потери времени в моей жизни? Общение с пустыми – это людьми, или это слоняние, шатание, расслабление, или это просиживание у телевизора, или это чтение пустых каких-то книжек, там, я не знаю, детективчиков, или это курево. Если две пачки в день выкуривать, да даже пачку, на одну сигарету уходит в среднем со всеми ритуалами 5 минут. 2 часа на курево в день. Вот по поводу того, что рабочий день сокращает жизнь, я вам скажу, что люди 75% времени проводят на работе. И для людей работа равно жизнь. Поэтому если вы выбрали работу, в которой вы не получаете удовлетворения, а работаете исключительно продавая свое время за некоторое количество прямоугольных бумажек, то вы несчастный человек. Нужно выбрать такую работу, чтобы вы ей занимались, даже если будет гражданская война, даже если вам будут дарить за нее там вареную луковицу и краюшку хлеба. Вот такую работу надо выбрать. Конечно, существуют всегда оговорки. У людей есть ответственность перед семьей, детьми. Многие родители жертвуют собой, своей самореализацией ради детей, потому что ничего другого не видят и не имеют времени, чтобы остановиться. Но вы-то люди молодые, вы-то подумайте о себе, что вы делаете. Потому что если вы устроились, например, на работу при университете, ради того, чтобы остаться при конторе, пишите диссер, ради того, чтобы на визитке у вас была приставочка «кандидат», там, «член» или «многочлен», то вы, значит, не проанализировали свою собственную мотивацию. Хорошо, а что такое ничего не делание? Нет целей, а я считаю, что хорошо жить – это не цель, это ни о чем. Если записать себе такую вот фразу, добиться в жизни настолько многого, насколько это возможно, или, например, такую, жить эффективной жизнью, или быть успешным, где конкретно много денег, да, там, перспективная, интересная, творческая работа, но какая именно, непонятно, то это ни о чем, отсутствие цели. Значит, если вы не имеете привычки в течение предновогоднего периода структурировать свои задачи на ближайший год, что мне нужно сделать в плане отношений, в плане своей внешности, в плане, там, не знаю, своего жилища, своей работы, то, значит, через год вы будете еще немножко старее, у вас будет чуть больше вещей, жизненной усталости и обиды на жизнь. Вот и все. Это все, чего вы добьетесь за год. Поэтому запишем себе, что если нет целей, сформулированных письменно, можно полагать, что их нет. Вы просто живете. А просто жизнь – это такое, знаете, просто копчение неба. Вот это слово «просто». Оно так здорово съедает человеческий потенциал. Нет целей, естественно. Если у меня нет целей, то о каких можно планах говорить, достижении этих целей? Как следствие, у меня нет и планов. Нет планов. Как следствие, у меня нет и действий по достижению этих целей. Как следствие, мне нечего анализировать. У меня нет анализа результатов.
И вы знаете, душа ведь продолжает чего-то смутно просить. Человек чувствует, что он реализовался, но не до конца. Мог бы достичь чего-то большего, но чего совершенно непонятно. И вот в этом вакууме он находится, а силы еще есть, время еще есть, здоровье еще есть, энергия какая-то, в том числе и сексуальная, присутствует. И чтоб не лопнуть и с ума не сойти, куда нам останется потратить эти силы? Вот сюда. Вот тебе, пожалуйста, замкнутый круговорот в природе. Пропавший потенциал. Я прозябаю. Ничего не делаю. Но условно ничего не делаю. Я ведь хожу на работу. Я ведь учусь в нелюбимом вузе. Я ведь общаюсь с людьми, которые мне не сильно дороги. Цели у меня нет, планов у меня нет, действий у меня нет, результатов нет, анализировать нечего. Так вот, чтобы не сойти с ума, мне надо создать видимость бурной деятельности. Вот это и называется ВБД. Видимость бурной деятельности. Для самого себя. А в конце жизни сказать, трудился как проклятый, ничего не имею, ну ладно, у других еще хуже. Что такое порядочный человек? Человек, у которого во всем порядок. В голове, в кошельке, в шкафу, в машине, в подъезде, в доме, во дворе. И вот, кстати, чем человек обеспеченнее, тем большая зона, площадь земли находится в его ведении. Вот вы живете в общежитии, вы интересуетесь порядком в своем углу. Вам наплевать на порядок на общественной кухне. Покупаете комнату в коммуналке, уже у вас начинают беспокоить состояние общественной кухни. Покупаете однокомнатную квартиру, вы занимаетесь порядком в однокомнатной квартире. Если вы человек, который купил этаж, вы не допустите, чтобы бичи в подъезде делали свои дела. Вы повесите кодовый замок, вы посадите консьержа, то есть вы начинаете заботиться о подъезде и состоянии двора. Соответственно, если вы купили несколько строений, вы будете заботиться о благополучии квартала и так далее. Поэтому ваша задача – это всячески увеличивать свой уровень влияния на жизнь. Потому что если я никто, и меня звать никак, меня интересует состояние моего угла в общежитии. Для того, чтобы быть хорошим, вам не нужна ни власть, ни деньги. Вы можете быть хорошим сами для себя. Но если вы хотите своей хорошестью облагораживать этот мир, вам понадобится власть и вам понадобится средства финансовые. Потому что если вы хороший, но ни на что не можете повлиять, в том числе денежно, то вы вряд ли кому-то поможете. Легко отдавать последнее. Человек должен быть богат на всякое доброе дело. Для того, чтобы мне быть богатой на добрые дела, я должна быть а. доброй, б. богатой. Если я добрая, но нищая, то я, знаете, богатой на добрые дела не буду. Знаете, я, доченька, 5 рублей, ни в чем себе не отказываю. Это очень, конечно, большое добро в отношении доченьки. Если я богатая, но не добрая, я также не буду влиять на эту жизнь. У меня может быть огромное количество там, недвижимости, активов, средств, власти, но я могу купаться в ваннах с шампанским там, или в бассейнах, понимаете, совершать при этом заплывы по дерьму, в переносном смысле слова, и умереть, ничего не добившись. Поэтому ваша задача – быть богатой и доброй одновременно. Можете быть просто доброй и уйти в монастырь. Всех людей можно разделить на три типа. Первый тип людей – люди, находящиеся на первой ступени развития. Это люди, у которых нет желаний. На второй ступени развития находятся люди, которых я называю условно «люди же». Это люди желаний. У них очень много желаний. И про себя они говорят очень интересную фразу. Я хочу, чтобы вы ее записали. «Мы к чему-то стремимся». Мы чего-то хотим. Третий этап развития, когда человек смог из желания сформулировать цель. А на прошлом семинаре мы говорили, что человек, имеющий желание, но не имеющий цели, это человек, находящийся в глубокой проблеме. Омега – это греческая буква алфавита, а же – это означает желание. Человек, находящийся в желании, в состоянии желания, но не имеющий цели, это человек, попавший в глубокую проблему. Для того, чтобы из «же» откристаллизовать «с», нужно нечто знать. 1% людей имеет цели. Большинство же людей хотят хорошую работу, интересную работу, творческую работу, перспективную работу, высокооплачиваемую работу, хорошо жить, много денег и добиться настолько многого, насколько это возможно. Но непонятно, когда и что именно. Желаю вам в новом году успехов и процветания.